Всем здорово, народ, с вами Мавик, и сегодня я вам покажу, как прописать чит-код и заспавнить клота в игре. Вот я сразу показываю, что режим будет легко, чтобы не по... ну, вы поняли, что это не практика. Есть, когда мы заспавнились, мы, конечно же, первым делом это включаем компьютер. Когда включился, прописываем пароль. Если вы не знаете, то пароль Andrew, ну вот имя Андрей, Andrew 2002. Есть, окей, нажимаем. Справа внизу есть терминал написано. Нажимаем терминал и здесь английскими буквами прописываем с большой. Как я пишу, так же сам повторяйте. Клод спаун. Нажимаем Enter, клод спаун, команда выполнена. Теперь у нас появился клод или тот же мимик, мы его даже услышим и увидим, тот, который у нас из закулисья. Backroom, bedroom, backroom. Итак, погнали. Теперь нам надо сделать так, чтобы мама испугалась. Так, звоним в звонок. И ждем, пока миссия она выбежит на улицу. Когда она выбежит на улицу, она услышит или увидит мимика этого клота. И должна, по идее, сразу же спрятаться в ванной. Вы видели? Так. Где-то он здесь заспаунился, она еще не видит. Я даже не слышу. Я даже не слышу этого клота пока. Вот, слышите? Клод где-то рядом, вокруг дома ходит. Теперь надо, чтобы она заметила этого клота. Так, она его, походу, не заметила. Зашла. Сейчас мы опять позвоним. Спрячемся. Самое интересное, что когда мы так играем в легко, и она испугается, запрячется в ванной, бывает такое, что она не в ванной прячется, а просто появляется где-то возле плиты стоит. Но нас уже не трогает. У нас... Она деактивирована. Так. Это типа наш Андрей кричит, мама. Он тоже боится этого клота. Кстати, клот, если нас поймает, то он нас типа убивает, и мы просыпаемся. Все, все, дверь открыта, видите? Она туда убежала. Мама. А, это может быть даже не Андрей кричал, а наша мама кричала. Возможно даже. Ну, голосом Андрея. Вот она все запряталась. Кстати, за ее спиной есть еще швабра. Если надо взять, мы с этой стороны слева занавеску открываем, заходим и берем швабру, если надо выкрутить оттуда. Вот это вот гвоздик, саморез и вот эту вот досточку взять. Так же самое и там тряпка, если висит, то можно взять. Если батя ходит в туалет, захочет, и здесь маманя, то он останавливается вот в этом месте, стоит и не заходит в двери туда дальше. Все, и поэтому он нас палит по-любому. Так, схожу в туалет. Сейчас даже проверим. Смотрите, как сейчас интересно будет. Как раз то, что надо. Пойдет в туалет, смотреть будем. А, на всякий случай открою здесь окно. Вот так. Давайте вам покажу, где там. Вон он, мимик ходит. Так, батя. Давайте так аккуратненько откроем, посмотрим. Видите, он стоит. Стоит. А ну иди сюда! Посмотрим, что сейчас будет, кстати, дальше. Попался! После того, как мы поприседали, он нас поймал. Кстати, батя не боится этого мимика. Клота или мимика. Так, куда делась мамаша? Сейчас будем смотреть. Открывайся, дверь. А что, дверь не открывается? Что случилось не то? А, вот, все. Думал, уже забаговалась. Так, смотрите. Видите, мамаша здесь пропала. Ее здесь нету. Она заспаунилась. Так, дверь закройся, чтобы батя не палил. Если в туалет захочет. А, кстати, здесь дверь. Как я уже говорил, то легко мы проходим. Вот, маманя здесь заспаунилась, но она совершенно не трогает. Все, она уже обезврежена, обезврежена. И можно ее не отгонять, даже вот здесь вот тумбочку открывать, вот эти шкафчики. Если там что-то есть, так, то можно оттуда взять. Ну, или так и оставить. Все, творим, что хотим. Даже если здесь разобьется вот это вот стекло. Все, никто ничего не слышит, никто ничего не видит. Можно рыться спокойно. Единственное, что
Если вы вдруг выбежите на кухню, ну, с кухни выбежите, и здесь вот будет закрыто окно. Кстати, оно, видите, было почему-то закрыто, хотя я открывал. На всякий случай открывайте. Если вы выбежите за мамани, оно будет не открыто, и вытяжка здесь, не, ну, пар не напустили, не отключив вытяжку, то потом, чтобы зайти, вам надо будет перед окнами светиться, батя там или мама выйдет, вам трындюлей даст, тогда вас только запустит в квартиру, в дом. Так, и давайте сейчас мимика, я вам покажу еще раз вблизи. Андрей, кстати, боится мимика. Сейчас попробуем так, чтобы мимик нас поймал. И будет то же самое, то есть мы будем просыпаться. Ой, главное, чтобы батя нас не спалил. Вот он быстрее нас, чем мимик, схватит. Кстати, от бати можно убегать здесь очень долго. Я уже пробовал, убегаем. О, вот, смотрите, щупальца достал, хотел дособирать все предметы. Ладно, сейчас он меня должен споймать. Вот. Лез он, короче, к собаке, споймал меня. А я думал просто открыть ворота, подойти к нему. Но все получилось намного проще и быстрее. Вот наш Андрей просыпается и реклама запускается. Наверное, у вас реклама это тоже запускается. Так, все, проснулись. После того, как мы проснулись, все предметы пропадаются и смотрим компьютер. Спаун есть у нас или нет? Клота. Нет, все начинается сначала, скорее всего. А ну-ка, да, смотрите. Перепроверим на всякий случай, чтобы уже было точно. Да куда ж ты? Эндрю 2002. Окей, нажимаем окей. Входим в терминал. Никакая строка не прописана. Запоминаем, ребята, еще раз. Пишем с большой буквы. Клод спаун. Enter. Все. Вот это вот, Cloud Spawn. Команда выполнена. Это наш первый чит, который можно заполнять эту строку. И таким образом мы деактивируем нашу маманю в игре легко плюс. И проходить спокойно все концовочки. Кроме того, конечно, чтобы она за нами бежала. Чтобы сбежала, здесь уже, конечно, не надо спаунить нашего Клода. Ну а с вас, конечно, подписан, оставляйте комментарии, ставьте лайки. С вами был Макс на канале Mavic Games. Всем до скорого и пока-пока.